Приветствую вас. На мой взгляд, Наталья, у вас есть проблема несколько глубже. Проблема того, что ребенок теперь боится оставаться в квартире один после этого случая, который вы описали. Дело в том, что подобные реакции в таком возрасте, вот какой вы описываете, на ровном месте не случается. То есть это реакция, как правило, ну, не конечные, то есть, да, не начальные реакции, вот это в большей степени реакции такие вот, это называется отложенные, то есть я имею в виду, ребенок уже, скорее всего, чувствовал себя не очень хорошо. Ребенок уже, скорее всего, чувствовал себя не очень комфортно, вот. И нужно понять, необходимо понять, вам как так вышло. То есть, как ребенок пришел к этой позиции, ну вот к этой, ну, к этому состоянию. Вот. Ну, соответственно, придя к этому состоянию, к основу, к первопричине этого состояния, я думаю, что можно будет вашему ребенку помочь. Вот. Ну, человек просто не чувствует себя защищенным. Вот. Почему человек себя не ощущает защищенным? Да? Ну, это уже вопрос. Вот примерно так я могу ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это поможет вам проанализировать, например, свою атмосферу, семьи. Вот. Проанализировать атмосферу семьи вашей, вот, и может быть что-то поменять, чтобы ребенку было проще, комфортнее, спокойнее, вот.
либо наоборот, больше давать человеку некой свободы, некой самостоятельности, быть может, чтобы, опять же, она училась, опять же, она училась самостоятельно, самостоятельно работать с трудностями жизни. Вот, вот примерно так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Надеюсь, что было полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи.